Здорово тебе, это Пенумбра. Блэк, Плейго. Записки Рыжего. Не знаю, записки Мизерца, как переводится, я вообще в душе не буду. Ну, это она. Это та самая. Второй эпизод. Погнали. Еще один щиток, как кажется, на слово. Цвет какой-то неестественный. Ну, конечно, там сотрён. Какие-то вибрации там. Ну, зато... Он объёмный. Как здорово. Мы опоздали, простите. Список дел. Нет, не списка дел, ни... Так, это выход, понятно. Это... Крича. Нам все равно сейчас что-то вставить будет. Может, диск. Это за звуки. Простите меня. За весь бардак. Какой-то слив. Какой-то чё-то там. Чё-то то-то. Чё-то здесь, блядь. И никак, да, вообще никуда, никак, ни в ко... Ну ладно. Такая комната, где типа, ой, чё-то вот есть. Ну идём. Заперто? Чё, блядь? Серьёзно? Господи. Как, ну давай попробуем, типа. Нет, да? Да. Новая загадка. Тысяча леди. А, если просто бочку к нему подвинуть, типа он тяжелый, да и свалится. Может, ну как. Типа бочка тяжелая. Нихт. Вообще, какой-то слив, блядь. Сука, и какая-то бочка. А что здесь еще есть? Есть еще что-нибудь какое-то? Какое-то чего-то вот такое. Чё-то какое-то. Поставим стул. Он коротнёт всё, нет? Подожди, у меня есть зажигалка, спички. Да мне нету нихуя такого. Чё это? Смотри, сейчас там будет ситуация, блядь. Все, вот ситуация пошла. Все. Дверь открыта. У матрас, можем поспать тут.
Чё он здесь обоссанный? Какие-то матрасы обоссаны. Так, не открывается. Из замка не должно быть ей управляет. Сковородка. Нет. Всё, там что-то ж... Зачем так вот шептать? Это же не круто. Кетчуп! А чё? Так. Столетней грязью. Все там покрыто. Так, господи, схватите за эту ручку. Оба. Вот у речки. Воняет оттуда. Странный артефакт? Что это за какашка? Для коллекционера? Компьютер и все дела, ты посмотри. Также наивно. Ввести пароль. А пароль где? Тут есть пароль? Нет, наверное, на диске пароль. Давай, короче, так вот. Добро пожаловать в Гренландию на исследовательскую станцию Мануик. Мануик почти полностью автономная станция. Она построена в 70-х годах для нужд древней касты возвышенных, благодаря их рвению, их упорству и их древним знаниям. Вам, как новому члену нашего маленького братства, предстоит узнать некоторые правила, которые в древней касте должен соблюдать каждый. Мануик представляет жилые помещения, а также столовую, гимнастический зал и медицинский отсек. Кроме того, здесь размещены современные лаборатории, химические, биологические, рабочие станции, оборудование для проведения экскавационных работ и система безопасности. Для доступа в помещение второй категории вам потребуется специальное разрешение. Помещения первой категории доступны без ограничений. В связи со спецификой деятельности базы, в случае, если вы почувствуете недомогание, не пытайтесь обращаться в медицинский отсек. Зафиксируйте себя у прочного, надежно закрепленного предмета, попытайтесь закрыть все двери и ожидайте прибытия специально подготовленной команды. В крайнем случае, всегда будьте готовы принять капсулу с цианидом, которую вы получите после этого сообщения. Древняя каста тяжело переживает утрату персонала, но иногда это необходимо ради всеобщего блага. Мы уверены, вам понравится работать с нами. А. Наверное, 11.67.
можешь. Дверь отперта. Сохраняемся. Яркий свет такой. Господи. Какое странное чувство, словно стало одной проблемой меньше. Ну да, чем быстрее пройдем, тем лучше. Лучше. Какую я дверь открыл? Обана. Ну-ка, там что? Погоди, постой. Заклинило, слава богу. Не люблю, когда слишком много дверей. Так, здесь не будет, наверное, пауков, всей этой хуйни, которая без конца очень давным-давно. Давным-давно очень. Есть просто очень давно, есть очень давным-давно. О, выбраться можно. А, выбраться можно было только через канализацию. Но как раз выбираться я больше и не хотел. Мой отец что-то нашел. И я непременно должен был узнать, что. Что? Без этого знания все дальнейшие не имело смысла. Господи. Сейчас всякий сумбур уже начнется, блядь. Тарик там же через жопу вон уже ползет, все. Снова червь. Снова загадки. Так, заткнись там нахуй. Мне нельзя воду, блядь, включать было. Типа, играй с самого начала, раз ты такой. Я знаю это место, я тут раньше был. Конечно был. Вот тебе карты Гренландии, вот тебе твой ром ебаный. Ну тебе стрель. И шубка твоя. И вот рюкзак твой. Господи, ты можешь, блядь, повернись уже нормально, сука. Ой, консерва ебаная. Блядь, господи, блядь. Нет. А, стул, да, убрать? Типа я должен прям вот... Thank you.
Так, а бутылка она была? А, вторая бочка. Точнее. Нет порядка без хаоса. А, чужие, да? Ну, блять, спасибо вам. Короче, яиц. Гладко, но вообще как кожа. А! Полно пепла. Чё мне надо сделать? А. Дальше чё? А, может, в руки? Господи! Бесы! Бесы, блядь! Чего, блядь? Заело. Нужно открыть дверь, это единственный выход. Господи, а чё не так? Серьезно? А, я-то лучше воспользуюсь вот такой штукой. Так. Ага. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Что за кружки? Да, пить в нее. Желтые. Так, две синих. Зеленых у нас сколько? Я думаю, вот эти разноцветные, которые. Типа одна сюда.
карась, да? А третья, думаю, вот сюда. Это место наше. Чье? Я вообще нихуя не понимаю. Все происходящее не имеет смысла. Рыжий, прости, надеюсь, теперь ты счастлив. Счастлив? Охуеть, как он сейчас счастлив. Так, кровь. Там кровь поднимается. Блядь, а что делать-то? Я ж не хочу утонуть. Или теперь мне надо спускаться? Все вклинило, да? Уйти я не могу. Ладно, давай спустимся. Рычаг. Господи, он сейчас его пока... Хозяин, вот мы и здесь. Все, повернул, да? Ага, все слабо. Блять, платформинг. Хули нет, когда да. Да блять. Ой, меня сейчас. Да хули этот индюк, он же не прыгает, нихуя, может не... Господи! Надо было просто ими разбивать. Прикинь. Типа это на что-то повлияет, я так думаю. Раз мне червь сожрал. Сейчас мне эти бочки расставить. Почему я их не слышу? Потому что иди нахуй. Спасибо за помощь. Мы очень помогли. У меня тут экзистенциальный кошмар, и вы даже слова сказать не можете. Ты мне, черт. Ты на меня там наезжаешь, мразь. Иди нахуй.
честно, я даже не знаю, сколько здесь вообще. Здесь может быть несколько концов. Но мне кажется, нет. Ну, с чего это тут несколько концов? С какой радости-то? Здесь несколько концов будет. Теперь мы вышли. В туалете вышли. Нет воды. Вообще нет ничего. Батарейки. Телек. В лучшем состоянии. Хранители, да, надо? А у меня ни одного. Чуть-чуть все остальных. Ну, кто-то здесь кто-то спал. О, так это пофиг. Извиняюсь. Каждый раз все труднее выйти. Все больше и больше меня оказывает внутри. Оказывается внутри. Так, ладно, на этом все. Я думаю, мы так, ну, как бы прошли. Все лорму. Ладно, все, давай.